Именно сегодня, в День России, лучшим ученикам школ, гимназий, кадетских корпусов края выдали первые паспорта. Торжественная церемония прошла в Большом зале правительства. Документы юным красноярцам вручил первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко. В такой торжественной обстановке паспорта сегодня получили больше 30 школьников. Это ребята, которые добились серьезных успехов в учебе и спорте. Победители олимпиад, участники культурных мероприятий. Эти успехи, конечно же, во многом результат вклада вас, ваших родителей, ваших педагогов, но и в том числе это результат вашего личного усердия, большой работы, которую вы проделываете. И я бы хотел вам пожелать этот настрой сохранить по всей жизни. Учебе, да, я много стала уделять, потому что ушла из многих кружков, но все равно уделяю как время и учебе, и семье, и также всяким там кружкам, танцам, плаванию.